Потому что вы прежде всего вы нарушаете, вы своими руками сейчас, вы сейчас уничтожаете улики. Вот въезд, это не общественная территория. Давайте с вами вместе постоим. Давайте. Охраняем периметр своим. Вместе со мной поднимите. Что вы делаете? Да что вы делаете? Отходите, пожалуйста, отойдите отсюда. Да что вы говорите? Отойдите. Я что отойду. Вы делаете? Вы находитесь на территории строительной площадки, понимаете? Вот. Вот ее периметр. И что? Вы сейчас залазите, вы причиняете вред своему здоровью. Это вы причиняете вред моему здоровью. Я не причиняю никакого вреда вам. Вы находитесь на территории строительной площадки. Выходите, пожалуйста, со строительной площадки. Вы понимаете, что все документы у меня оформлены? Понимаете? Я являюсь исполнительным органом здесь. Вы меня в тюрьму хотите посадить или что? За что? За что вы меня хотите посадить в тюрьму? За что? За то, что я выполняю государственный контракт? Министру позвонили, МВД, Эмилия. Ну, в общем, сейчас ждем. Как-то вы очень... Я законопослушный гражданин, поэтому, если можно, я все напишу. Ирина Юрьевна, я вам объяснил. Да. Статью 51 Конституции объяснил. Да. Я ее прочитала. Нет, не первый раз. Нет, почему нет? Я прочитала в интернете эту статью, я в курсе всего. Именно поэтому... А собачка ваша? Вышли бы вы? Да. Ваше пояснение и увидели то, что здесь происходит. Да, Юрий,